мастер. Если вы хотите завладеть всей копилкой команды, вам предстоит пройти маршрут в 15 шагов. Честно говоря, от этой команды боялся увидеть больше. В течение 2 минут я буду задавать вопросы. Каждый правильный ответ – это шаг. Если вы дадите неверный ответ, мы остановим время. И у команды будет возможность предложить свой вариант ответа. Если их ответ будет правильный, то мастер отступит на шаг назад. Вы готовы? Да. И игра начинается прямо сейчас. Какое сельскохозяйственное прозвище дали самолету Ан-2? Кукурузник. Верно. Кем по роду занятий был толстяк Бартоло из комедии «Бомарше»? Я все время путаю Бартоло и Базилио. Один из них был учитель музыки. Стоп. Право ответа у команды. Трактирщик. Нет, он был врачом, доктором. Готовы продолжать? Да. Поехали. Какое покрытие у теннисных кортов Уимблдона? Трава. Верно. Какое женское имя стало названием гвардейского миномета? Катюша. Да. Кто придумал громоотвод, кресло-качалку и фразу «время – деньги»? Бенджамин Франклин. Да. В какой игре лезть в гору не рекомендуется, а удачно... Преферанс. Да. Гимн какого института написал его студент Юрий Висбор? Юрий Висбор окончил Московский педагогический институт. Верно. Оскар Уайлд говорил: Англия и Америка – две нации, разделенные общим чем? Разделенные английским языком. Общим языком, верно. Кто такие мармозетки? Обезьяны. Да. Как называли последнюю ночь в пионерском лагере? Господи, не помню. Стоп. Право ответа у команды. Если лагерь пионерский. Нет, ну мы предполагаем, что это была королевская ночь. Субъективно, но вы готовы продолжать? Готов. Поехали. Какой пролив соединяет Черное море с Мраморным? Босфор. Да. Главный ингредиент испанского холодного супа гаспачо? Томаты. Верно. Признаки каких двух царств сочетают в себе грибы? Растения и животных. Верно. Кому Пушкин посвятил стихотворение «Мой первый друг, мой друг бесценный»? Ивану Пущину. Верно. Какой казачий атаман открыл Берингов пролив на 80 лет раньше Беринга? Дежнев. Верно. Биолог назовет плодовый кустарник аронией, а садовод? Арония. Облепиха. Стоп. Право ответа у команды. Ну, предположим... Ежевика. Нет, черноплодная рябина. Продолжаем? Да. Поехали. Сколько коней изображено на картине «Купание красного коня»? 3. Да. Какая болезнь дала название бунтам в Севастополе, Тамбове и Новгороде? По-моему, чумной бунт. Стоп. Право от этого команды. Не помнишь. Так, какая? Говори. Тиф. Нет, холера. Готовы продолжать? Да. Поехали. Кто был отцом Сима, Хама и Иофета? Отцом Сима, Хама и Иофета был ветхозаветный Ной. Конечно, дом на... И мастер догоняет команду. Аплодисменты, мастер! И снова вы догнали команду и завладели всей копилкой. Аплодисменты! Борис Оскарович, вы сосредоточены? Да. Вы помните правила? А каждый ваш правильный ответ – это шаг, который вы делаете, догоняя команду. Но в том случае, если ваш ответ окажется неверным, мы останавливаем время, право ответа появляется у команды. И если ответ команды верный, то мастеру приходится отступить на шаг назад. Да, я это знаю. Блестяще. И время игры начинается прямо сейчас. Какую роль Сергей Бондарчук исполнил в своем фильме «Война и мир»? Кир Безуков. Да. Под каким именем зашла на российский престол Марта Скавронская? Екатерина Первая. Верно. Какой американский режиссер снял первый цветной мультфильм? Уолт Дисней. Верно. В какой стране изобрели мандолину? Италия. Да. Прозвище какого московского князя стало символом продажного судьи? Шемяка. Верно. Назовите крупнейший город Австралии. Сидней. Да, какой орган человеческого организма вырабатывает желчь? Печень. Да, какие организмы соединяют в себе клетки грибов и водорослей? Лишайники. Да, какой свой фильм Александр Сокуров снял в Эрмитаже одним планом? Дальше. Стоп. Право ответа у команды. По-моему, про...
Нет, нет. Где Николай II? В районе Стелец. Молох. Нет. Русский ковчег. Вы готовы? Да. Время пошло. У жителей какой европейской страны нет фамилий? Исландцев. Да. Какой композитор написал оперетту «Летучая мышь»? Штраус. Да. Как звали старшую дочь Марины Цветаевой? Анастасия. Нет. Стоп. Ваша версия. Анастасия? Нет. Вторая. Может, Ольга? Нет. Нет, там Марина. Мне кажется, Ольга, нет? Ну, говорите. Ты знаешь? Пусть будет Ирина. Нет, конечно. Ариадна. Вы готовы? Да. Время. Какой апостол считается автором новозаветной книги «Деяния святых апостолов»? Иоанн. Нет, стоп. Версия команды. Нет, то есть не Иоанн. Может быть, Лука. Давайте Лука. Орешек. Да, будет Павел. Павел? Угу. Это неверно. А версия у вас была Лука. А вы готовы? Да. Время. Какой отдел головного мозга отвечает за координацию движения и равновесие тела? Мозжечок. Да. В какой стране пройдут Олимпийские игры в 2016 году? Дальше. Стоп. Версия команды. Какие? Вечные? В 16-м Бразилии. У нас потом Бразилия, да? Бразилия. Это верный ответ, и мастер отступает на шаг назад. Вы готовы? Да. Время. Какая птица стала неофициальным символом Новой Зеландии? Киви. Да. Кто написал музыку к фильму Рязанова «Жестокий романс»? Петров. Точно. Кто в матче на первенство мира победил Александра Алехина? Его победил Эйби. Точно. Какой премией в 2012 году награждены режиссер Юрий Бутусов и актер Евгений Миронов? Не знаю. Стоп. Версия команды. А вот это, которая за вклад в искусство. Там, вклад в искусство, это, а что это не за... А, нет, это надо принять. Тэффи? А за что интервью? Ника, может быть. Ника. Может, Ника. Золотая маска Ника. В кино? Ника. Это неверный ответ. Золотая маска. Вы готовы продолжить? Да. Время. На каком море стоит порт Владивосток? В японском. Да. Японская игра, в которой на доске нужно отгородить своими камнями как можно больше камней противника. Год. Готовим на что? И искусство. Так как вы догнали двух игроков команды, сумма невелика. Ваша задача, отвечая на мои вопросы, догонять команду. Каждый правильный ответ – это шаг за беглецами. В том случае, если ваш ответ будет неверный, время игры останавливается, право ответа у команды появляется. В случае, если ваш ответ будет верным, то мастер отступает на шаг назад. Вы готовы? Да. И время игры для вас начинается... Прямо сейчас. Сколько звезд на флаге США? 50. Да. Какого цвета клей ПВА? Белый. Да. Как называется синяя спина хорда осетровых рыб? Визига. Верно. В какую страну открыла путь экспедиция Васко де Гама? Индия. Точно. Какой композитор основал Байройтский фестиваль? Вагнер. Точно. Зачем куры глотают камни? Переваривание пищи. Точно. Как назывался первый русский учебник, напечатанный Иваном Федоровым? Азбука. Верно. Сколько человек тянуло сказочную репку? Трое. Точно. Какому роду войск принадлежали турецкие янычары? Пехота. Да. Какое сооружение архитектора Чусева можно увидеть на Красной площади? Мавзолей Ленина. Разумеется. Какой физический процесс служит источником энергии Солнца? Ядерный синтез. Точно. Цветок какого растения пытаются найти на праздник Ивана Купала? Папоротника. Верно. Как древние называли скалы возле Гибралтарского пролива? Сцилла и Харибда. Стоп. А право ответа у вас? Геркулесовые столбы. Это правильный ответ. И мастер отступает на шаг назад. Готовы? Да. Следующий вопрос. Поехали. Какой титул Альфонс XIII присвоил футбольному клубу «Реал»? Королевский. Да. Родоначальником какого жанра считается фильм «Большое ограбление поезда»? Вестерн. Да. Кто написал слова песен «Последняя электричка» и «Последний бой»? Пас. Стоп. Право ответа у команды. Никуджован. Последний бой. А, нет, Ножкин. Может быть, Ножкин? Что? Ножкин же пел эту песню. Пас. Пас? А была версия Ножкин. А, что продолжаем? У меня была. Да. Продолжаем. Время. Кому Шахерезада рассказывал сказки «Тысяча и одну Шахрияр. Ночь»? Да. Какой ученый открыл клеточное строение тканей?
Левенгук. Стоп. Право ответа у вас. Нет версии. Нет версии. Роберт Гук. А, готовы продолжать? Да. Продолжаем. Какая буква не произносится в слове Кронштадт? Д. Точно. Какая универсальная группа крови совместима со всеми остальными? Первая. Точно. И погоня завершена. Мастер догнал команду. Аплодисменты мастеру. Аплодисменты. А, расстроены? Зря, не расстраивайтесь, конечно. Приходите еще, побегаем, побегаем. Аплодисменты команде. А если вы, уважаемые телезрители, захотите принять участие в игре «Погоня», заполняйте анкету на сайте pogonia.rushu.ru. Ольга, команда сейчас в 10 шагах от вас. В течение 2 минут я буду задавать вопросы. Каждый правильный ваш ответ – это шаг по направлению к команде. Но если вы дадите неправильный ответ, я остановлю время, и право ответа появится у команды. Если их ответ будет правильным, мастер вынужден будет отступить на шаг назад. Вы готовы? Думаю, да. И погоня начинается. Сейчас. Какую планету иногда называют вечерней звездой? Венеру. Да. С какой страной Италию соединяет тоннель под Монбланом? С Францией. Да. Какой германский народ в 455 году нашей эры разгромил Рим? Готы. Стоп. А есть возможность ответить у команды? Они. Это неправильный ответ. Вандалы. Вы готовы продолжить? Да. Время. В каком городе находится стадион Новой Уэмбли? В Лондоне. Да. Как называется надпись по окружности монеты? Пас. Стоп. По ответу у команды. Реверс как-то вот что-то. Реверс, аверс. Реверс. Реверс, аверс. Нет? Реверс. Конечно же нет. Легенда. Вы готовы? Да. Продолжим. Как в русской тройке называют крайних лошадей? Престижные. Да. Кто в греческом мифе отгадал загадку сфинкса? Пас. Стоп. Право ответа у команды. Кто-нибудь из этих, кто Одиссей, какой-нибудь Геракл. Одиссей, кто из этих? Одиссей. Эдип, вы готовы? Да. Продолжаем. Кем работала героиня Гурченко в фильме «Вокзал для двоих»? Официантка. Да. Какого стихотворного размера не мог отличить ямб Евгений Онегин? От хорея. Да. Сколько гласных букв в современном русском алфавите? 8, кажется. Стоп. У вас есть возможность ответить на этот вопрос. 9. Подождите. 9 или 10? 9. 9. Это неправильный ответ. 10. Вы готовы? Да. Время. Как называется денежная единица Австралии? Австралийский доллар. Да. Как Казимир Малевич назвал основанное им направление в искусстве? Пас. Стоп. Право ответа у команды. Черный квадрат – это... Кубизм. Но это не кубизм. Нет, это не кубизм. Кубизм. Кубизм был... Это не сюрреализм. Это абстракция. Абстракционизм. Нет, супрематизм. Вы готовы? Да. Продолжаем. Изотопом какого химического элемента является дейтерий? Водорода. Да. Под каким именем известна итальянская актриса Шиколоне? Софи Лорен. Да. Кто автор пьесы «Пергюнд»? Ибсен. Да. А погоня закончилась. Парень зашел...